Огромная доля электроэнергии городов приходится на освещение дорог и улиц. Для экономии бюджета города необходимы новые решения. В городе Долгопрудный энергетиками северного филиала МАЭСК реализован пилотный проект внедрения автоматизированной системы управления наружным освещением «Гелиос», разработанный в Белгороде. На 16 фонарных столбах в микрорайоне Новые Водники энергетики установили светодиоды, которые демонстрируют все преимущества новой системы. Намного эффективнее при меньших затратах электрической энергии, тем самым экономятся и денежные средства на оплату электрической энергии. Помимо 40% экономии, система дает возможность дистанционного управления при доступе к специальной программе, в том числе с мобильных устройств. Освещение можно настраивать на годовой сезонный график и управлять режимами его работы, анализировать и планировать потребление электроэнергии. Вы можете видеть его полностью параметры, параметры освещенности, параметры работы сети. Контроль осуществляется полностью по всем параметрам. Вы видите, даже если светильник на каком-то из участков не будет работать, вы можете это все увидеть. Ресурс светильников системы «Гелиос» огромен и не требует постоянного обслуживания. Гарантийный срок работы 5 лет. Фактически они прослужат гораздо больше. Срок службы данных светильников 50 тысяч часов, либо 20 лет. «Гелиос» – это настоящий прорыв будущей автоматизации уличного освещения. Возможность применения не ограничена только освещением улиц. Система будет исправно служить как на дачном участке, так и вдоль федеральной автотрассы. На сегодняшний день система умного освещения установлена в городе Долгопрудный и в Ногинском районе. Но пилотный проект заинтересовал и иные муниципальные образования Московской области. Уже запланирована установка в Солнечногорском районе. Компания МАЭСК готова оснастить современными наружными освещениями все муниципальные образования Московской области.